Накануне в Доме правительства Тувы состоялась научно-практическая конференция о повышении правовой культуры в Республике Тыва, посвященная Дню Конституции региона. Глава Тувы Шалбан Караол поприветствовал участников конференции. Напомним, что Конституция Тувы принималась всенародным голосованием и принята 6 мая 2001 года. Эффективность Конституции говорит о том, что были достигнуты серьезные успехи республики в различных областях жизни за эти 18 лет. У Конституции Тувы богатая предыстория, которая отражает различные этапы развития тувинской государственности. Гарантия широких прав и свобод граждан, развитие институтов гражданского общества. Руководствуемся своей Конституцией. Мы считаем очень важным для нас сохранить будущность своих поколений. И в этом отношении во власти, и среди депутатства, и в правительстве, в высшем исполнительном органе власти, мы осознаем свою ответственность прежде всего перед Конституцией, потому что мы понимаем, что в этом основном законе заложена наша будущность, будущность наших поколений, наших детей. И я бы хотел, дорогие земляки, пользуясь нашей сегодняшней конференцией, поздравить всех вас, еще раз обратить внимание взрослых, экспертного сообщества на то, что так важно, чтобы наши дети выросли в правовой грамотности, в уважении к закону. И это является основой их успешности. Основой основ является Конституция. Вот с этим нашим основным законом, его днем рождения, я бы хотел и вас поздравить.